Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Сегодня представляю вашему вниманию пылесос Tefal RG6825WH. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Буду рад вашей поддержке, поэтому пишите комментарии и ставьте лайки. Надежный и функциональный пылесос Explorer Serie 20 – ваш союзник в борьбе с шерстью в доме, на коврах и напольном покрытии любого типа – паркет, ламинат или плитка. Включайте и выключайте робот-пылесос, нажимая на соответствующие кнопки на корпусе устройства или пульте дистанционного управления. Управлять работой робота-пылесоса легко благодаря удобному дисплею на пульте дистанционного управления с полным доступом ко всем функциям. Роботы-пылесосы Explorer оснащены мощной турбощеткой, которая лучше убирает крупные частицы пыли и шерсть домашних животных на любом типе покрытия полов. Робот-пылесос оснащен встроенными инфракрасными сенсорами и датчиками падения, благодаря которым пылесос определяет и обходит препятствия и мебель, а также защищен от падения с лестниц. Свободное перемещение по дому в произвольном порядке с учетом препятствий без остановки до полного покрытия периметра. Быстрая уборка в течение 30 минут в свободном режиме. Оптимально для уборки отдельной комнаты для наилучшего покрытия. Тщательная уборка вдоль стены плинтусов. Рекомендуется подготовить комнату и убрать лишние предметы. Благодаря компактному и емкому литий-ионному аккумулятору робот-пылесос работает автономно до 150 минут без подзарядки. При достижении минимального порога заряда робот-пылесос Explorer Serie 20 автоматически возвращается на базу. Удобная система составления расписания на неделю с сохранением 7 программ на каждый день поможет постоянно поддерживать идеальную чистоту в вашем доме. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Бьется обо все. Шумный. Туповатый сенсор. Долго катается в поисках базы. Плохо работает приложение. Теперь перейдем к положительным. Понравилась простота управления. Внешний вид. Хорошо убирает шерсть животных. Помогает с поддержанием порядка в доме. Функционал аккумулятора хватает часа на 3. Простота использования. Качество уборки. Залезает через невысокие пороги. При наличии домашних животных – спасение. Всем спасибо, рад, что досмотрели до конца. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».